как сравнить горе этих и других матерей, не дождавшихся с фронта своих следствий. Да, сама война ушла в прошлое, но никогда не забудется бессмертный подвиг советского народа, одержавшего над сильным врагом полную победу, военную, политическую, идеологическую. Память о нем должна вечно жить в наших сердцах. Предлагаю почтить память павших героев Великой Отечественной войне минутой молчания. Я еще раз хочу напомнить, что 26 апреля текущего года Верховная в границах существовавших до выселения, вознесение нанесенного экономического ущерба, засчитывание трудового стажа во время ссылки в тройном размере. Разрешите мне от всей души поздравить все народы нашего региона с реабилитацией карачаевского народа, восстановлением справедливости. И хотел бы сразу всех присутствующих сегодня на настоящем митинге 11 числа кадетально несущие горе и разрушение. Нашу ядерную эпоху, когда само существование всего рода человеческого оказалось под угрозой, необходимо новое политическое мышление. Большое значение имеет обнародование советской военной доктрины, основу которой составляет не подготовка к войне, а ее уровне достаточно для гарантированного отражения военной агрессии. Трудящиеся Карачаевского района и города, как и все советские люди, активно участвуют в обновлении общества. Все, что мы имеем, создано трудом. Осознавая это, труженики города и района прилагают все усилия для улучшения благосостояния народа, приумножать мощь страны. И как прежде в строю ветераны Великой Отечественной показывают примеры самоотверженного труда, передают свой опыт молодежи, ведут большую работу по воспитанию подрастающего поколения. Это Урусова Зет Гергакаевич, Щербаков Петр Алексеевич, Евсеев Михаил Александрович, Аскежа Вайса и многие другие. Пройдут десятилетия и столетия, сменятся поколения людей, но уважение и признательность всем, кто защищал нашу Родину от врага, не исчезнут, останутся навсегда. Разрешите поздравить ветеранов войны, всех жителей города и района со светлым праздником, Днем Победы, пожелать долгих лет жизни, здоровья, благополучия и светлого мирного неба. Спасибо. Товарищи, слово для вступления предоставляется председателю городского совета ветеранов Великой Отечественной войны и труда Щербакову Петру Алексеевичу. Дорогие товарищи, разрешите мне от имени городского совета ветеранов, от имени всех участников войны сердечно поздравить вас с знаменательным праздником Днем Победы Советского народа Великой Отечественной войне. 46 лет назад советский народ и его вооруженные силы завершили разгром фашистской Германии. 4 неимоверно тяжелых и долгих года продолжалась борьба советских людей за свободу и независимость нашей Родины. Много тяжелых годин пережила наша Родина за свою многовековую историю, но такого сурового испытания, как Великая Отечественная война на долю народа. Хочется отметить труд наших карачаевских отцов, матерей, сестер наших, которые вместе с другими ветеранами, пройдя все трудности войны, сами испытали все трудности, взяли белорусских товарищей, выехали, даже не пришли к наградам. Товарищи, мне хочется сказать, что... Надо было и Кирочку сюда. Кирочка. Я хочу сказать на этом языке, на нашем языке, который представитель России. Придете в гости. Уверен еще по всем товарищам, которые вы должны сюда, пару минут сюда. Вы чего я вам не могу сказать? Чего не сказать, что вам надо?
Ира. Ира, иди с мальчиками. Во Великой Отечественной войне для возложения венков и цветов по улице Михайлова после окончания возложения в 15 часов начала связки за аэродроме. Юрочка, для истории, да? Где ты была? Мы искали с ней. Валентин Николаевич, да? А то нельзя же двоих. Ну ты что? Нет. Как? Вот там мы стояли. Моя участница, новая команда. Приветствуйте. Очень интересный суп. Останется. Ой, некрасиво поступили. Ай! Очаровательно. Человек сумел как-то это захватить, пока они еще, так сказать, это самое. Причем век-то, который у нас идет, он век ухождения языков и народов. Здесь уходят в силу ассимиляции, там, в силу всяких там причин, нежелательных, желательных там. И вот наступает